Добро пожаловать на канал Центра Аюрведы и СПА Шамбала. Намасте. Меня зовут Ману. Сейчас я хотел бы показать вам, как выполняется абхьянга. Абхьянга – неотъемлемая и часто используемая процедура в качестве подготовки тела к панчакарме. В частности, выполняется на этапе подготовки тела и организма к очищению, этап пурвакарма. С санскрита абхьянга переводится как «умащивание тела» либо «массажирование конечностей». Санскритская абхьянга состоит из двух слов «абхи» – «сияние», «свечение», «умащивание» и «анга» – «конечности». Это одна из наиболее часто применяемых в практике аюрведы процедур. Данная процедура представляет собой промасливание тела с достаточно большим количеством масла. Масла для массажа доктор подбирает индивидуально, исходя из конституции, проблем и заболеваний человека. Немаловажную роль также играет климат. Основные масла, которые используются для данной процедуры, кунжутное либо горчичное. К базовому маслу терапист по назначению доктора добавляет индивидуально подобранные лекарственные масла либо травяные смеси. Масляный массаж делает ткани нашего тела мягкими и эластичными, питая их. Регулярная практика абхьянги способствует общему здоровью и долголетию. Абхьянга благотворно влияет на все три доши, в частности, особо положительное влияние имеет на вата-дошу. Благодарим за просмотр данного видео. За дополнительной информацией будем рады видеть вас на нашем сайте shambala.ua.